Прадпрыемствы лёгкай прамысловасці ў апошні час перажываюць явна не самы лепшы перыяд у сваёй гісторыі. Шмат хто да той канкурэнцыі, што скалаўся на рынку, аказаўся проста не гатовы. Галоўная прычына – высокая доля імпартнай сыравіны ў гатовай прадукцыі атрымліваецца якасна, але занадта дорага. Много очень конкуренции, то есть есть Узбекистан, Таджикистан, откуда трикотаж, допустим, идет продукция дешевле. И у нас есть проблемы с рынками сбыта. 33% предприятий сработали с прибылью, 20% они сработали серединки на половинку без прибыли. У таких умовах предприемствам оказывается куда больше выгодно працевать на давальнинской сыровине. Прибыток, махчима, и меньше, але зато и стабильный. Отримал ту же тканину, вырубил продукцию и на рахунок залечены сроки. Айчинный гандель, для прикладу, звычайно працует за терминовкой платежу на полгода. Причем на вот у таким разе можно вернуть продукцию на склад. По акционерном товариществе Коминтерн свою экономичную ситуацию оценивает как стабильную. Не в опошнюю чергу это тлумачится географией поставок. Сегодня продукцию Коминтерна носят жыхары практически всего былого СССР и сучасного Европейского союза, от России и Казахстана до Германии и Франции. У наступном месяце предприемство представит свои костюмы еще и на выставе у Великобритании. А прочая экономичной стабильности, такие товарооборот мая и еще один плюс. Первоважная большинство замежных партнеров перед заключением погоднения звертая увагу на выники международного социального аудиту предприемства, начиная от наявности профсоюзной организации до умов працы и иснующих социальных льгот. В областном объединении профсоюзов приводят данные опошних мониторингов. По вынику складанного финансового становища на некоторых предприемствах частку социальных льгот на склад допомоги у набытии сельскохозяйственной продукции скоротили. На Коминтерне не только обошлись без таких мер, але и приняли додатковые, еще навод не предугледженное коллективным договором. Это и общежитие, которое у нас сегодня есть, чтобы заселить. И мы один этаж еще освобождаем под семейных, потому что многие из них на квартиры живут или негде жить. Это и здравпункт, который у нас сегодня есть. Все силы, которые есть и возможность, мы прикладываем для того, чтобы людям, которые работают у нас, было комфортно. Олег Сентеров, Александр Мурашкин, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке АТН.